Ребята, доброго утречка. Давно не были на сборке у Николая. Вообще, что происходит, как там, какие проблемы, какие успехи. Сейчас поглядим, потому что у нас не заводится и Стима, и Скудик собирается на раму. Еще какие-то автомобили там есть наши. Сейчас проверим вообще, какие новости по конструкторам, по их сборке. Так, наших Скуда. Еще конь не валялся. Или Хансен. Так. Какой пробег? 36 тысяч. 36 тысяч. Аукционника не вижу. Вот мы его на раму будем собирать клиента. Так, как бы все в порядке. В порядке. Рама, все. Не рыжая. Рама не рыжая. Я что-то тут подзадуто. Мне кажется, японец тут днище-то дунул. А трамблер это что? А дорогая вообще? Провода от нее выходят. Ага. Вот это вот треснуто, видишь? Вот. Ага. Потому что искры нету. Понятно. Грузовик разобрали уже. Так, а это что за грузовик? Это мой грузовик, который. А, я понял. Сегодня Жека посчитает. Хорошо. Целого, да, еще поставили грузовика сегодня? Не, эти, ванетку хочу купить. Но он целый пойдет. Да, 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 под полную. Не проходной, под полную пошлину. Да. У него какая масса? Не знаю. Рыжий, конечно, караул. А, вы на свою раму это все хотите? Да, да, вот рама. Это вот донор. Это которого мы вам привезли? Вот. А кабина где его? Вот. Ну да, рыжий. И что, сколько он встал? Ну этот я знакомым собираю, как бы еще неизвестно. Скорее всего будем. А что за мотор у них? Триэль. А вот он разобранный. Че, и мотор, да, мертвый был? Да, здесь 900 тысяч пробега. Нихера себе. Да. А взяли? 127. Нормально. Вообще там ласточка такая. Заводишь аж. Вот это все рыжее, это с нового. Да. Это задний мост вот такой сильный. Вот рама, кусок рамы с нового. Ага. А кабина у него нормальная? Ну, будем варить. А, ну вон тоже рыжевая. Да. Варить. Понял. Сейчас это, что-то все на перевесе. Все вешают и это. Видел, там колеса даже взвешивают. Ну, и поэтому, что, сейчас пока. Вот только распил выпустили. Николай, а почему у него жопа рыжая, а перед, ну, более-менее? Почему так бывает? Здесь все больше масла, как бы, они все-таки этот, защиту дают, как бы. А там ничего такого нету. И не мыли ее, просто она много лет простояла. После зимы поставили и не мыли. Это севера, блядь, машина. Понял. MPV готова, да, Николай? Да, MPV готова. Ключи дать? Ну да, завести. А, вот. Ага. Покрути. Вообще нет. А бампер что, такой был? Да. У меня фотки есть как бы. Наверное, за щелку. Сколько его сделать будет, Николай? Сейчас могу позвать. Да не надо. А то вон уже крепление посыпалось. Позовите Николая, спросите, сколько. Вот нету крышки. Одной. Ага. Да, херовенько.
Так. Задняя, задний бампер. Это непонятно. Сделаем перевод, посмотрим. Либо в порту бахнули, либо уже было там. Где-то трешка вот так. Ну да. Я тоже так посчитал. А целый бампер сколько? 6. 7. Че, короче. Все, работы нет. Николай. А, че с искудиком? Вот рамы, вот. Ну, а что, когда будете делать? Сейчас вот пескострой вон настроили, будем сегодня пескостроить. Работы нет, нифига себе. Тут эту надо, как ее, эту чинить и эту раму. У него такая рама маленькая. Да. Ну, с пескоструем, с покраской. Полностью. Что, искудик живой, что-то я посмотрел, у него рама задутая или это так с завода идет? С завода. А, ну все. 36 тысяч пробег. Искудик вообще весь в порядке. 36 тысяч. Да, тот. Ух ты, мотор, правда, черновато, но мотор чистый все равно, но масло черновато. Посмотрите на состояние. TD-01W. Вообще все в порядке. Ни ржавчины, ничего нету. Ребят, подпишитесь на канал и следите, как мы будем искудика собирать на раму. Потому что эта услуга очень популярная. И если у вас рамный автомобиль, который подустал, это решение вашего вопроса. Потому что купить себе что-то взамен Тирана, Паджеро, Вихи Кросс, Визард, Бигхорн, 80, крузак, Сурф и так далее. Ну что вы купите, даже если продадите свой хлам? Да ничего. А у вас рама, на которую можно посадить неномерной кузов, ходовку, мотор, коробку. И у вас будет тачка, вообще, она будет живая. Как давным-давно она заехала в Россию, в какие-то там лохматые года. Она у вас будет в таком состоянии, на вашей старой раме. И будете еще ездить годами радоваться. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк и следите, как мы будем собирать этого искудика. Пока! Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.